Друзья, чтобы вы понимали, о чем в моем видео идет речь, я сразу скажу, что в начале фильма я разместил ролик, присланный мне продавцом кислородного генератора, ролик о том, как разобрать аппарат и посмотреть, что же в нем неисправно. Предыстория моей покупки такова, что моему другу в период вот этой ковидного карантина стало плохо, а у него болезнь была астма. И, соответственно, ему не хотелось лежать в ковидных отделениях, куда его постоянно пихали скорые. И он решил сам себе купить кислородный аппарат. Увы, сейчас в аптеке ни кислородных подушек, ничего не купишь. В результате всего аппарат пришел быстро достаточно. Не буду врать, за 5 дней доставили, привезли домой, все без проблем. Но когда его включили, он работал как отбойный молоток. Я обратился с жалобой, и мне продавец прислал инструкцию, как разобрать аппарат. Ну а в конце я покажу вам, что я увидел, разобрав этот аппарат. Ну, сразу скажу, что спор окончился решением AliExpress, чтобы я отправил вот эту бандуру обратно продавцу. И тогда только он вернет мне уплаченные за этот аппарат, ну, там, 48 с копейками тысяч рублей. Естественно, этот аппарат отправлять назад очень дорого. Ничего я не стал делать. Просто-напросто приехал к другу, забрал аппарат. Отвез в мастерскую, мне там за определенную сумму его отремонтировали. Ну, надо сказать, к чести продавца, так скажем, процентов 60 суммы, затраченной на ремонт, он мне компенсировал. После 2 месяцев переписки, правда. Ну вот, этот аппарат я купил в июне другу, до сих пор, сейчас вот уже ноябрь, до сих пор он у него успешно работает. Вот недавно поменяли фильтр, поставили новый. А так, нареканий к аппарату больше никаких нет после ремонта. Единственное, хочется пожелать продавцу, чтобы он внимательнее относился к упаковке товара и контролировал своих грузчиков. Нельзя таким аппаратом почти за 50 тысяч рублей играть в футбол во время перевозки. Хорошего просмотра вам и здоровья! По рекомендации сервисного центра разобрал аппарат. Смотрите, что творится. Опорная лапка погнута. Вторая опорная лапка сорвана с опоры. И с той стороны опорные тоже сорваны все. Двигатель вообще... Вот он. Вон. Сейчас включу. Вон, видите, что творится? Вот такой вот аппарат прислали братья-китайцы. Не берите. Вот в таком виде прислали аппарат. Все оторвано. Двигатель оторван. Опора
погнута. Все. Вот из-за этого и вибрации, и он не работает как следует. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.